Эх, день вообще по кайф! Ай! Эх, сегодня день обещает быть... Что это такое? Ха, кажется, день обещает быть супер шикарным! Это что за... О, Купик, здорово, а ты что здесь стоишь? Ох, блин, и ты тоже тут. Что ты вообще здесь забыл? Иди нафиг отсюда, а? Я хотел зайти в дом, но меня не пускают! А, да, а что тут происходит, Купик? Это что за мегаящики и большие... Я понял, это будет противостояние, да? Опять. О, тогда ладно, я понял. Чур я за эти ящики, все, чур я за них, чур я за них. Чего? Это моя сторона. Я же из своего дома вышел, вот. Ну, ладно, так уж быть. Не зря все-таки подготовился, мы тогда с тобой будем играть в камень, ножницы, бумага. Да, я согласен, не зря ты подготовился, мы не будем играть в камень, ножницы, бумага. Отстань, отстань, отстань. Я тебе сейчас булыгой как дам по лбу, ты что, давай-ка. Я специально все продумал, все тут. Ребята, привет, это я, Владус Мармеладус, и со мной сегодня Купик, и сегодня мы действительно... У нас будет очень необычное противостояние. Лаки Блок Мега Ящик против Лаки Блок Обычный Ящик. Мы проверим с Купиком, кто же сегодня победит. Вы можете написать комментарий, кто выиграет, но не подсматривайте, смотрим видос до конца, ребята. И прямо сейчас поставьте лайк, если вам эта рубрика понравится. Прямо сейчас лайк, подписочку на канал, на красную кнопку подписаться нажали быстро. Все, Купик, давай, я предлагаю ломать. Значит так, я первый сломал, давай, теперь ты второй. А что меньше? Я ломаю, и у меня... Опа! О, неплохо! Еще и гемы выпали, кристаллы точнее, ты чего? Да, ну стой, не бей меня, ты дурак, что ли, ты что делаешь-то? Слушай, может поменяемся все-таки тогда? Давай. Ага, сейчас, конечно, я пошутил. Давай, теперь я по очереди, Купик, ломаем, да? Давай, давай, ломай, тебе сурово будет какая-то фигня. Подожди, раз у меня два, я ломаю тогда два, ребята. Их у нас будет вообще просто куча, там они с разными формами. Так, а у меня была зелька и какая-то зелька, непонятная. О, зелька, так ты ее кинь, под себя, кинь, 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 Купик, кинь. Сейчас, подожди, сейчас быстрее тебя кину. Она такая бафнутая вообще. Давай, 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 бросай. Ты чё, дурак? Чё, дурак-то? А, это не та зелька, сам что ли? Сам ты бафнутый, блин. Погоди, у меня есть топор кое-какой, да я про... О, кстати, нифига там Лаки Блок. Ладно, я тоже жду своего топорика, блин. Ну да, этого стоило ожидать, конечно. Ты ж первый раз пропаркурил, а что второй? Стой, 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 стой. Второй что-то не получилось. Да ты достал меня, Владу, зубом, блин. Подожди, я тебя просто с арбуза. Смотри, я тебя с булыжника могу вынести. Подожди, стой, стой, стой. Да хватит уже это делать, я уже устал умирать. Я могу поделиться. Возьми арбуз, возьми арбуз, возьми арбуз, возьми арбуз. Бей, ешь. Стой, дай ешь. Да ты запутал меня. Я запутался, да, согласен. Сначала съешь, потом бей. О, видал? Всё. Видал, как... Теперь победа будет на моей стороне, на моей. Есть, минус, Владус. Стоять, мои лайки-блоки. Да, а ну-ка, блин. Так, давай, шуру. Знаешь так, кто последний ломал? Давай теперь я ломаю, смотри, как я разломлю эти... у меня минус один лайки-блок. Можно я тогда этот разломаю? Фигняк, это опа-на, у меня... Стоп! А куда делись мои 20 гемов? Я не понял, это ты кому-нибудь? 20 гемов? Я никому не сделал ничего тебе. О, снова зелька, не надо! Вот ты попал! Она работает! Она вообще, у нее такая область покрытия, что это вообще жесть. Погоди, пожалуйста, давай здесь помпоинты, пожалуйста, обновим, чтобы долго так не бегать каждый раз. Купик, смотри, что у меня есть. Хочешь, стрельну? Проверим. А, ты что, думаешь, спрятался? Это не взрывучая базука. А тогда с какого фига? Я умер! А почему я умер, я тоже не понял. На, получай. Ну же, блин, везде давай, ломай лаки-блоки. А, все, ломай, ломай, ломай. Я сейчас зафигарю. Спокойно, Купик, мне сейчас страшно стало. Лайк, кому стало страшно, лайк, кто описился. Купик, все нормально, я сломал, у меня есть топовая кирка, смотри, если тебе вдруг понадобится ломать вот эти гемы, кристаллы. Можно без гема обойтись, на самом деле, ладно, смотри, у меня, короче, выпадает сначала нагрудник, потом выпадает динамит. А, не надо, нет, ты чё? Минус, Владус, офигел, Купик. Это жертвоприношение, за него, кстати, ты умираешь. Это я так решил. Купик, я не хочу ломать эту фигуру, Купик, пожалуйста, я не хочу. Давай ты сломаешь мою. У меня что, тоже такая фигура есть? Ну, странная какая-то фигура. О, мне стики выпали, кстати, это классная штука. Можно, в принципе, из них потом что-нибудь попытаться скрафтить. Нет! Ломай, ломай, ломай это все дело. Ломай, ломай. Блин, это было сейчас опасно, опасно. Очень страшно, ребята, нафиг. Они что, по всему миру заспавнились, Владус? Блин, в смысле по всему миру? Это сейчас вообще опасность. 99,9%. Это прям какая-то опасность. Может быть, их просто сэтнем и все? А, нет, Купик!
Ну это все, это конец нашему миру. Купик, что, пожар тушишь, да? Да, бегаю. Ну его нафиг эти пожары вообще на самом деле. Купик, ну я свою фигуру, извините меня, доломал. Теперь ты. А можно один локти могу тебя сломать? Ладно, не буду. Мы по-честному. Чего тебе вообще ничего не выпало, Купик? Только меч какой-то и все. Блин, у нас вообще полмира сломалось, ребята. Только посмотрите на это, но мы все починили. Вообще, ты знаешь, сколько дает этот меч? 12 352 атак урона. О, как много! У меня топор дает 45 тысяч, Купик, ты о чем? 45 тысяч! 45, ты представляешь? А еще у него острота X, небесная кара X, это все 10. Не X, да, а 10. Отдача 5. В общем, супер-мега-топовый меч. Ну что же, продолжаем, ребят, с вами. И мне много-много стиков выпало, давайте все это поднимем. А я пока что себе эту арену построю, чтобы зачем не потерять, короче, эти, то, что мне тут выпадет. А мне выпал арбалет! Та-да-да-дам! Ну-ка, Купик... Это что, подожди, это тебе выпал доктор арбалет, что ли? Какой? Доктор вообще-то айболит называется, а у меня арбалет. Да-да-да-да-да-да, забыл. Ну. Да хорош, я тебе говорю, ты меня достал уже, я тебя сейчас забегаю сам, блин. Кстати, спампоинт, хорошая идея, хорошо, что ты напомнил своими смертями, что можно ставить спампоинт. Купик, привет, как дела? Да, здравствуйте. Сиди здесь? А, я могу тебе помочь. Я сам могу себе помочь, да? Ну все, нормально, я помогу. А что, это скорая помощь, ты же сам назвал меня доктором. Ага, спасибо, конечно, айболит, блин, давай. Чё? А, те лаки-блоки прям выпали, Кубик, нечестно. Нет, у меня просто кирка была бы. А все, давай ставь лаки-блоки, теперь их ломай по чесноку, понимаешь? Мы должны играть. Сейчас ломаю, так ты мне просто мешаешь, ты не убиваешь, мне кажется. Чё, я тебя вообще не убиваю ни разу. А, конечно. Я видел зельку, если чё, простите, это мой косяк, моя вина, мой лаки-блок, Кубик, теперь ты. Да за что? Почему окей, ты? Я думал, что просто ход за мной, если что. Что выпало? Топор какой-то. Неинтересно. О, еще одна кирка. Кубик, готов с тобой киркой поделиться? Может быть, пригодится. Да у меня своя есть золотая. Она, так она отстойная, потому что она лаки-блоки ломает. Это сам, да, отстойный. Смотри, что у тебя сейчас выпали железные штанишки. О, нифига, у тебя ботинки в руках. Топовый сет. Слушай, Кубик, а это какой размер у тебя в руках ботинков-то, а? XXL. О, стоп, они очень большие, что ли? Погнали, чисто. Арена, наконец-то, без взрывов. Надеюсь, их больше не будет. Купик, давай, прыгай. Ой, ты от удара умер, от падения. Жесть. Да? Да. Сейчас ты тоже умрешь от падения, только мне кажется, от падения метеоритного дождя на тебя. Понял? Какого метеоритного дождя, Кубик, ты о чем вообще? Сейчас я на тебя его высыплю. Давай, ломай уже быстрее лаки-блок. О, что в сундуке? О, мои ростки. Да ладно, какие ростки, я все тебе скину. Кстати, на твою арену скину, ты же не против, да, я надеюсь? Да, спасибо, я тогда тоже за твою сейчас мусор есть покидаю. Давай, гемы там мне, конечно, скидывай, которые у тебя в руках. На фигушки тебе с бабушкой гему захотел, ага, конечно же. Ты такой простой, конечно. Я уже достал. Тихо, спокойно. О, у меня меч на бесконечный урон, что? Что? Я сразу выхожу. Куда выходишь? Подожди, Купик. Нет, ты в Майнкрафте. Ты какой смысл дальше играть? Подожди, я слежу, ты в Майнкрафте, все нормально. Так, спокуха. Ничего не выпало, спокуха. О, смотри. Задонатил 40 гемов Бравл Старс. Случайно. Круто. Мои гемы, 41. Я буду гемы копить тогда за эту серию. Главное их потом случайно не выкинуть. Такс. О, а можно гемы? Блин, монетки выпали, а гемы не выпали. А зато другие гемы выпали. Купик, давай, ломай там. Нет. Это все, что ты можешь? Я тоже сдох, Купик. Лошара. О, сундук. О, я заберу. Чё, подожди. Ты видишь, что они стакаются? Чё, это нереально. Ребята, в Майнкрафте они по 16 должны быть. Как это сделано? Чё, я сейчас не понял ничего. Но давай ломай уже быстрее лаки-блоки. Погоди, а ты заметил, что у нас равное количество лаки-блоков, но они разбросаны по-разному? Мне пофиг. В натуре, говорю, мне вообще пофигу. Не надо их есть, там не надо есть, ладно, я ладно, арбузы, если в натуре, если это правда, то... О, печеньки, это очень клево. Можно съесть и, наверное, мы летать будем. Ты что их выкинул? И это... Ну да, слушай, это обычно печеньки, дурачина, да, ты... Да, смотрите, меня. Как я быстро теперь ломаю. Ну не очень. Давай, Купик, давай быстрее, что ну, тебе сдать? Я тебе вот там... Серьезно? Эй, Владус, это мои лаки-блоки, нет, отсюда. Только не бросай в меня эту штуку, пожалуйста. Что? Я не в тебя бросал, я бросал. Да, да. Мне как только выпадет какая-нибудь крутая базука. Что ты тут? Что тебе надо? Что надо? Ты что тут? Что ты? Эй! Это было неожиданно, я случайно. О, чё, Купик, смотри на него, смотри, у него лопата просто как стрела. Она ему даже в руки не помещается, поэтому он держит ее на голове. Все, пускай он на тебя агрится. Да ладно, я его убью, его звали Джонни. Давай, сломай, нифига себе, Джонни. О, Джонни, да, такое имя американское. О, шлемак. А чё, летать-то я не могу, да, еще? Кого летать, Ладу, сними его, пожалуйста, и он меня отравляет. А, все, понял, тогда снимаю. Стоп, чё это, я буду его снимать.
Давай, Кубик, давай, задыхай. Да ты офигел, я уже умер, я снова отравился. Ладно. О, это ты сейчас зачем? Это ты сейчас зачем сделал? Просто так. Я сейчас снова умру из-за твоего отравления, блин. Рандомные эффекты. Зелька с рандомными эффектами. Возможно, они плохие. Во, мои руки. Ребята, я сам кручусь. Я не знаю, зачем я это сделал, ведь я видел, что это плохая зелька. Не надо было это делать, ребят. Кубик, почему у тебя лаки-блоки еще не сломаны, а? Скажи-ка. Потому что я тебя ждал, тормоз, ты, блин, пока их ломаешь, там тысячу лет уже пройдет. Ты опять эту зельку подобрал. Еще раз ты в меня ее кинешь, Кубик. Все, тебе каранты сразу же топориком. Что ты там? Нет. Нет! Прямо в голову, хэшу! Прямо в голову. Ну хорошо, я тебя запомнил. Прыжок. Фух. Фух, хорошо, что не динамит. Гевасики, собираемся. А ты что, мои гемы забрал? А ну-ка, стоямба. О, блин, я тоже сдох случайно. Случайно, ну, совсем случайно. А, ты лаки-блок еще не разломал, Кубик. Быстрее. Да, так я буду за тебя. Эй! Оп, подобрал. Это было лаки-поки. Да, забирай. Ты обманываешь, блин. Все, забирай. Это было всего лишь лаки поушен. Вот оно здесь лежит, Кубик, забирай. В смысле, там же была зелька отравления, которую я тебе кидал. Нет, точно нет. Подписчики докажут, тебе могут написать в комментариях. Я потом пересмотрю обязательно. Все, давай, здесь паркур начался, здесь... О, бонус чисто за паркурчик 3 лаки-блока. А мне можно еще... О, май гад. Походу, я тебе 3 лаки-блока, ладно, никогда в жизни не достану. Нифига себе, сколько еще лаки-блоков. Кубик, давай быстрее, нам кажется, нужно чуть-чуть совсем ускоряться. Окей, я тебя понял тогда. Погнали, быстро просто их ловать. Спокуха. Какая медлительность? Мне медлительность на 8 минут дали. Извини, я просто... Ты решил мне за этот фигарь, что ли, я не понял? Ты чувак! Это что, я? Ух ты, блин. Это что, я сделал? Владус, ты реально просто максимально глупый человек на сегодняшний день. Возможно, я сейчас с тобой даже соглашусь, Кубик, потому что это... Это что, это я? Невозможно, это тут 100% надо. Подождите, надо проверить, это. Давайте проверим вот на эту сторону. Это что, я сделал? Ну-ка. Нет, это не я, Кубик. А! Это я, Кубик. Это ты я! Ты еще два раза я взорвал, ты вообще... Глупыш! Она первый раз не взорвалась, а потом взорвалась. Так Кубик. Она просто залагала, потому что... Ну что, давай тогда вручную. У нас, в принципе, есть блоки. Сейчас все починим, ребята. Ну, в принципе, арена-то теперь нормальная, конечно. Не такая, какая была, да? Не восстановили полностью. Но неплохо. Эй, ты что тут наезжаешь на меня? Как он меня вообще с одного удара вынес? Опа, да, мне выпали гемасики, а сейчас что-нибудь было? Сейчас, штанишки. Чё, Киргана, 39 тысяч урона просто, Кубика, вот так вот можно разнести. И, кстати, твои штаны сломаются со второго удара, думаю. Можно так, пожалуйста, не делай, потому что... Не трожь, подожди, так это же моя кирка, кажется. Почему у тебя точно такая же кирка? А, я могу тебе дать. Ты мне сам ее скинул, дурак! А, да? В смысле, когда я успею? Я такого не... О, тортики, Кубик! А, тормоз, блин. Сколько у меня тортиков, и что мне с ними теперь делать? Давайте их тогда вот так оставим. Жри их до конца жизни. Будет много тортиков. Кстати, они все разные, ребята, в Майнкрафте. Вы знали об этом? Нет! Я испугался, Кубик, ты... Так, что, говорит, выпало? Дурак, блин. Владус, смотри, чисто один блок. Да подожди, дай мне все торты выкинуть. Ты что, у меня их так много. Давай выкинули, Владус, короче, тут остался чисто один блочек, и я на нем остался жив. Да, остался жив, тихо, повезло тебе. Да ты дурак, что ли, что ты делаешь, ну вообще? Опа, колодец. Кубик, извини, прости, я вот реально случайно. Я сразу пока отсюда вылазить буду, еще тысяча лет пройдет. Все, смотри, все в целости и сохранности. Опа, окунемся. Нет! Ну, ребята, это чинится вот так вот. Вот и все. Круто, да. Ты какой-то вообще волшебник получается. Да, я так и есть, Кубик. А, косой даже не попал. В смысле, не попал? У тебя что? Нифига, у тебя там лаки-блоков целый стак. Давай, Кубик, надо ускоряться, потому что мы опаздываем. Мы. У нас же совещание с тобой, Кубик. Ботинки напрягущие. О, ёлы. Чё, ты дурак? Да, это вообще имбовые ботиночки. О, нифига себе, спасибо за арену, но я уже все... Это проблема, я подарил. Давай, вылазь отсюда, Кубик. Я тебе помогу это сделать, в принципе. Да, спасибо. Нет, мы бы не хотим. Тут огонь. А, да ладно, они, наверное, друг друга все равно не цепанут. Ну, будем на это надеяться. О, тут человечек из лаки-блоков. Ну-ка. Тут какая-то невидимка. Ну-ка, ты что тут? Так, да блин, у меня опять... А что она так серьезно бьет? Что это за дела вообще? А ну-ка, дай мне в нее попасть. Как в нее попасть вообще? Кто ты такой? О, Владус, я паутине достал. Да, тебя ничего не смущает, что тут лопата, блин, в воздухе. Тут невидимка какая-то завелась. О, все. Я ее вырубил. Красиво было, ребята. Так, ой.
Это что такое? Это что? Ой, ёлы-палы, нет, до свидания, мне дополнительные ноутбуки не нужны. Мы помочь не будем, не будем, не будем. У меня есть такая штука. Ну, тебе, в принципе, не так хорошо. Давай, выходи, 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 кубик, я тебя спас. О, так быстро, нифига себе, так быстро он был, что ли? Ё-моё, да хорош уже. Прости, а что я сделал? Так всего лишь меня убил. Опа, проверим. Блин, а если это... Нет, это не взрывная базука, поэтому, ребята... Ну, спасибо, блин, все лаки-блоки разломали. Кстати... Кстати, 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 смотрите, ребята. Сейчас, во-первых, я активирую. Это ты сделал? Я вообще вещи выкидываю, отстань от меня. Это ты меня убил, кубик, сейчас. Я вещи выкидываю, отстань, говорят, от меня. Я сейчас очень на тебя разозлюсь. Да ладно, я знаю, я что это выпало из колодца. О, тебе что, снова нужно? А, ну ты сам справился. Да, меня снова, блин, да замуровало. Да что это я тебя спасаю? Во, ребята, я хотел рассказать про эту фишку. Смотрите, что когда... Нет, кубик, да хватит там все взрывать уже. Это колодец. Спасибо вам, я не знаю, кто там наверху в Майнкрафте сидит за верстак, потому что я ж могу сейчас себе столько брони накрафтить, у меня ж столько гемов накопилось. У меня шапка Марио есть. А, блин, она эффект даст кубику очень неприятный, поэтому мы ее не будем надевать, мы с вами лучше попробуем сделать... О, Марио, снова Марио, нифига себе. Чё, почему я горю? Да, блин! Что, почему я надеваю и горю? Спокуха. Ну, в принципе, толкового ничего не сделали, но верстак мы заберем. Это очень важная штука в таком деле. я случайно раскопал. Кубик, отстаешь, кажется, от меня. Мы уже с вами, ребят, бежим и просто не подбираем вещи. Вы посмотрите просто на мой инвентарь. Это какая-то жесть. Да, у меня были стики, из которых можно было попробовать что-то скрафтить, но из них, на самом деле, по-моему, нифига не... Нафига ты меня вырубил? Владус, это тебя с этого выпало. С колодца. С какого колодца я его уж даже еще не активировал? Да, да. Нифига, как я могу паутину ломать. Кубик, мы практически дошли до конца. Это, конечно, круто, но спасибо, я пожалуйста, ладу. Все, я сам спасся, А вот это я забил. Нож керамбит на 65 000 урона. Да, это фигня какая-то, вообще какая-то. Просто люто, 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 люто. О, вот эту ниндзю мы наденем. Все, теперь мы вообще прям. Вот это да, вот это я бравлер. На какого бравлера я смахиваю, напишите. Не-не-не-не-не, в смысле умру через секунду, не... Лажара, а почему ты умер? А потому что, кубик, я сейчас догоню тебя. Давай, потому что ты меня давай снова... попробуй. Потому что ты меня снова килл прописал. Ты, ну, смотри, ты сам уже видел надпись, умрешь через одну секунду. Ну все, кубик, держись, держись. Что, ну все, оставишь меня, держись. Ты сам это спасибо, спасибо, что ты это сделал. Пожалуйста, за просто, что? Просто держись, кубик, я тебе сейчас покажу, как... Отстань нафиг от меня. Подождите, вообще. С помощью этого меча я, возможно, смогу летать. Ну да, хороший полет получился, до свидания. О, гемы соберем, сколько сможем. И, ребята, дальше вообще просто тараном идем и ломаем. Стоп, Владус, ты понял, что у нас с тобой лаки-блоки немного поменялись местами? Да, я сейчас тоже вижу, что... Чего? Почему у тебя теперь мега-ящика, у меня обычный? Ну стоп, ладно. Кубик, стой, 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 стой. Мне тут такая... Тебе выпадала такая вещь? Смотри. Да. Ну круто. А что, не знаешь, что выпадало? Не знаю. А, вот ты сам вот... умер, лошара! Лошара, я видел! Капец, сейчас так далеко бежать. Мне что-то не нравится такая идея, что мне выпадают твои ящики, из которых вообще да, ничего нормально, не было. Нормальная идея, нормально. Кто умрет через одну секунду, в смысле? Ты, понятно же. Все сразу поняли. Да, под самый конец получить такой лут. Это, конечно, ребята, многого стоит. Оу, да яблочки тут кое-какие. Даже не трогай меня, кубик. О, и картошка запеченная. На, отлично. Похаваем, похаваем. Смотри, кубик, что это за яблочко. Случайно какие-нибудь стрелы, может быть? Стрелы, да, есть. Смотри, у меня 25 стрел есть. На, можешь взять и пользоваться. Все, я тебе скину. Все, сейчас будет, ребята, ПВП. Ну что же, кубик, готов к ПВП или да? Подожди, ты что, хочешь прямо здесь устроить? Прямо здесь, кубик. Ну что, я теперь могу тебя вот так вот бить издалека, просто за 1000 блоков. Ну, тут понятно. А, ты чё, из козырей пошел? Погоди, смотри, у меня
Это яблочко не простое, а золотое. Ты что там, круто. Спрятался? А, я тебя найду, таран, таран, таран. Что, блин, за машину для убийств начала здесь? Что? Я не могу убить тебе киркой на 39 тысяч урона, а топориком? Да, потому что ты на базик. Ты что надел за ботинки такие? Умер, о, ты умер. Фух, я уж думал, что я проиграю. Не, нифига, нифига. Ты еще проиграешь, не сейчас я еще убью. На! О, это было, конечно, эпично сейчас. А меч? А, меч же у меня на бесконечный урон. Где ты там, Копик? Где ты? Где ты? О, появился, да? А ты что летаешь? Я не понял. Оп! Словил подачу, да? Не зря я летаю. А я приземляюсь и бью Копика. На-на-на-на-на. И в эту же яму. Ты сам вырыл себе яму, Копик. Ну что же, ребята, мне кажется, что мега ящик здесь 100% победил. Обязательно ставьте лайк, подпишитесь, пока тус.